どうだろう。いない？さっきの戦闘でみんな手前に来たか。いる。こっち来る。ん？二人？いや一人だ。脅威は先に排除すべし。ちょっと微妙な距離だな。おっ！ほっほっほっほっほっ。ほっほっほっほっほっ。のぉ！ビビるて。もう一人いたし。びっくりした。ステルスキル取るには微妙な間合いだな。あれ、もう一人どこ行った？今もう一人が多分向かい側にいる。これどうなんだろう。こんな近距離でステルスキル取れるのかな。やるっきゃない。はい。あっ、ちょっとね、ステルスキルすげえ遅かった。あ、違う違う違う違う。ほい、あ、いてー、いてー。オッケー。もういない。リボルバー精度悪いんだわ。回復回復。どうなんだろうな、スキルとか上げたらもうちょっとスピーディーにステルスキルが取れるようになったりするのかな。誰か来た。二人いる。お前こっちはハンド、あー、弾なくなった。やべえ。え、これって、非常にやばいな。くっ、退散。Эта стратегия вроде работает, Игорь. Похоже, мы можем проникать в зону и выбираться оттуда, не привлекая внимания. Ну как успехи? Как продвигаются поиски твоей старушки? Все еще хочешь вернуться на электростанцию? Я должен туда вернуться. Я чувствую, что она там. Чувствуешь? Ох, удивляешь ты меня, профессор Хеменюк.Доверять предчувствиям важно, но без железобетонных доказательств я не собираюсь рисковать жизнью, как в тот день, когда погиб Антон. Не беспокойся, Оливер. Я же не сумасшедший. Сначала соберу все данные, и только после этого мы придумаем новый план. Доказательства, улики, планы, сведения, ресурсы.
Нам нужно все, что приблизит тебя к цели, Игорь. Ладно. Что у тебя? Обсудим через минуту. Но сперва я хочу, чтобы ты принял кое-что к сведению. Продолжай. У тебя появились новые обязанности. Ты нанял меня и арендовал этот склад. Так что теперь ты командующий на этой базе. А значит, несешь ответственность за снаряжение, которое здесь хранится. И что важнее, за все пайки. Пора начать мыслить стратегически. Ты возглавляешь военную операцию. Руководство базы и забота о личном составе на тебе. Голодать херово, знаю по себе. Если не обеспечишь личный состав пайками, никто не захочет воевать. Может, даже разбегутся. Кроме того, когда ресурсы ограничены, важно считаться с психологией групп. Выбирать себе любимчиков, награждать горе бойцов и игнорировать тех, кто честно терпит все тяготы военной жизни. Самый верный способ вызвать недовольство личного состава. Какой личный состав? Наши всего двое. Это пока. Если ты и правда хочешь пробраться на электростанцию, нам понадобятся еще люди. Тебе необходимы сильные и умелые бойцы. И каждому бойцу нужно где-то спать, что-то есть и чем-то стрелять. Знаю, ты хочешь выкинуть все это из головы и ринуться на поиски. Но прояви терпение. Тебе нужен план. Тебе нужно время. Не игнорируй потребности своих соратников. Займись складом. В противном случае ты ничего не добьешься. Ты прав. Мне нужно отнестись к делу серьезно. Именно так. И не забывай, ты всегда можешь обратиться ко мне за советом. Я помогу. За это ты мне и платишь. Корозьёйна, Оливье. Миссион ва ма канрё... Ой, 失敗してんじゃねえか、オリビエ。まあ失敗というか別に何をやれとかそういう指令のある場所ではなかったんだけど。レーションはね、1個しか回収できなかったの。だから、まあとりあえず、平等に与えるか。イーゴルはというと、まあ、医療品の回収はちゃんとできたんだけど、ちょっとそれ以外の探索がうまくいかんかった。お、なんかやってる。イーガル、я ранен. Можешь дать мне аптечку? はい。Спасибо. Мне уже лучше.Поменяемся, Оливер? Конечно. Похоже, Игорь, мы допустили целую кучу ошибок. Может, стоит пересмотреть твой подход, ну, ко всему... Что случилось? Хай-хай-хай. Собио? Мотте? Най? Нока? そのようだね。だけどこちらから渡せる装備もないんだ今で。お布団ってどれだっけ。この辺だ。お布団作ろう。お布団どの辺がいいかな。なんかどこに置いても不格好なんだよな。お布団ここに置いとこう。Случилось? Слушай, ты кунде, может поучишь? Вряд ли, но я с радостью обучу тебя. Седу хочу. Отлично. Тогда начнем. Иди за мной. Надеюсь, теперь ты уверен в своих силах. Так, соберись, Игорь.Hi. Стреляй только по моим. У тебя 5. Стой ровно. Готов? Утиска. Стой прямо. Ноги на ширине плеч. Слегка сойдак. Насчет стрельбы. Идеально.
Надо же, профессор! Мы из тебя еще вырастим, партизана. なんだろうな、標的が動いてなければまあそりゃうまくはいくけど。でこれで精度ゲット。あ、ナイフキルって精神に影響を与えてるのか。スタンを覚えるとテイクダウンはより静かでイーゴルの精神に悪影響を与えない。まあスタンだから気絶だもんな。ただ気絶させるとどっかのタイミングで起き上がりそうだから嫌なんだよな。で待って、精神めっちゃ落ちてたわ。待てよ、精神をなんとかするには塩を作んないといけないんだ。調理系キットはどこにあった。はい、オッケー。あ、キノコない、キノコない薬作っとこう。でオリビエは多分ここで寝れるはず。これでとなれば、что случилось, Игорь? もう自分も床についていいか。はい、2日目。ちょっと精神がね、良くない。Я знаю, что ты там, мышонок. Ответь. Кто это? У меня есть вопрос получше. Кто ты? Что? Шучу, мышонок. Я шучу. Я знаю, кто ты. И знаю, что ты ищешь, ясно? Думаю, для начала этого хватит. Послушай, я хочу тебе кое-что показать. Кое-что очень важное. Но нам нужно встретиться лично.На словах не объяснишь. Это надо видеть. Я не знаю, кто ты, и я не полезу вслепую в очередную ловушку. Вслепую? Ну что ты? Наоборот. Я хочу, чтобы ты все увидел. Встречаемся в командном центре радара Дуга. Ты ведь знаешь, где это, верно? Радар Дуга? Да кто ты, блин, такой? Безумие какое-то.そうそう、このタラカンって人物も結局謎なんだよな。Слышал твой разговор. Что собираешься делать? Вероятно, встречусь с таинственным незнакомцем. Главная тайна этого незнакомца в том, почему он до сих пор не привязан к койке и не накачан галоперидолом. Думаю, он может что-то знать. Мне стоит рискнуть. Конечно.Он может что-то знать, а может просто ждет, когда можно будет проломить тебе череп и съесть твою печенку на ужин. Не думаю, что это хорошая затея. Слишком похоже на ловушку. А ре, май дуре иран дакке на. Ма, 今の人物の話がどうであれ、タチアナが最優先であると。Я приехал сюда ради Татьяны. И сейчас не время осторожничать. Нужно попытаться ради нее. Слушай, тебе бы немного поумерить пыл да голову включить. А то долго ты не протянешь. Что бы я ни думал о таракане, без него я вряд ли смогу отыскать Татьяну. Ты уверен? Ты просто мчишься навстречу смерти. А этот...Чухнутый уже знает, где мы. Может, он сам или его шизанутые друзья прямо сейчас нас окружают. Здесь отличная точка для обороны. Мы сможем засесть тут и отстреливаться, если придется. Ценю твое стратегическое мышление, Оливер. Но я должен это сделать. А, それもそうだ. Ладно, Игорь, что... Оливье の...装備もね、余裕があれば集めていきたいんだけどね。
今私にはね、キノコを用意して塩を作って精神を上げる必要がある。おまけに今弾はないときたから天候が変化していると。はあ、はい。うん、モスクワ会いに行けば今のタラカンと多分合流できる。ドゥーガレーダーってのは今ちょっと視界に映ってるけど、あの奥のなんだ、連なってる建物レーダーなんだが、まだまだこちとら物資がねえと。で、日数の制限もあるみたいだから、というかこれ1日目の時は弾薬回収のクエストがあったんだけど消えてるな。コパチ行こう。食料だ食料。で、オリビエな、装備品ないのに行ってこいって言ってもな、しゃあないしな。あんたはお留守番だ。ちょっと精神が不安定になってる。不安定なのはイーゴルもなんだよ。はい、ということはだ、ナイフでテイクダウンを取り続ける限り精神は不安定になり続けるということだ。で、今思い出した、ここさ兵士じゃないやつも出てくるよな。わし弾ないんじゃよ。はい、思い出した、ここ結構兵士いるんだ。あ、で、確か、ここに。ん？アンチチェルノブライトバーナ。前、この辺に兵士が拘束されていた気がしなくもないんだけど。バーナーがないと中に入れない。入れない。ロケーションがたくさんあるな。あ、キノコ。これなんかまたしてもタチアナっぽいな。あー、戦闘を今まで以上に気をつけないといけないか。これは多分無限に作れるっていうか、可燃部品があればたくさん作れるな。うわ、キノコギリギリ足りね。イゴールの精神が不安定になっていく。キノコどっかないか。左の民家に何かあるな。兵士がいたら困る。一人とかならなんとかなるけど。確か誰もいなかったと思うんだよな、この辺は。キノコ。ちょっとこの家探索する前に、キノコを食べて精神を上げる。え？あ、びっくりした。これさっきの銅像か。え？銅像か？は？銅像だよね？待って、さっきの銅像こんなんだったか？おいおいおいおい、違う違う違う違う。銅像変わってる。さっきタチアナだった。怖えよ。迷宮を及ぼしてるよタチアナ、こっちに。勘弁してくれ。はい、塩。精神が上がる。
足りない、もっと精神上げよう。テイクダウンでへこたれてる場合じゃない。そうだよな、さっきの銅像どう見ても立ち穴だったもんな。キノコ、何かあるな、この家。またチェルノブライトか。立ち穴？ポチモデタクトか。消えた。前こんなチェルノブライトなんてこの家にはびこってはいなかった気がするんだけど、ピッキングアイテムを見つけれてないんだよな。おい、瞬間移動。найди меня любимый。お、追加のチェルノブライト。待って、また一瞬目をそらしたら絵が変わってる。やめて。下降りれるな。そうだ、一応この懐中電灯ついたり消えたりするんだよね。レーションだ。はい、お外。ロックピック対象か。前ピッキングアイテムすぐ手に入っていた気がするんだけど、ピッキングできるところに限ってたくさんアイテムあるんだよな。